впечатление первого матча дома? Мы настраивались, первая домашняя игра, хотели выиграть сегодня, очень пришли болельщики, сезон начался, добились положительного результата, немножко концовку смазали, а так всех с победой, спасибо, что болели сегодня. Чувствовалась немножко скованность была, да, сегодня? Ну, в начале, первая игра, конечно, волнение присутствовало, но, в общем-то, при 2-0 должны были добивать эту команду, так скажем, но сделали сами себе проблемы, и вот такая концовка. Много ездили на предсезонке, посмотрели команду, она как бы выглядела двоякое такое чувство было. В сегодняшней игре уже убедились о том, что команда готова на все 100% и будем болеть за нее изо всех сил. И чем сможем, будем помогать, на выездах поддерживать ее. Конечно, очень сложно, но вообще ждем финала, как обещал Ждахин. Ждем финала, другого мы ничего не ждем на предсезонке.